4 февраля мир отмечает День борьбы с онкологическими заболеваниями. Как он пройдет в Чувашии, накануне журналистам рассказали в Министерстве здравоохранения республики. Важнейшая медицинская и социальная проблема – рак. Среди причин смертности населения он уже на третьем месте. И хоть в Чувашии ситуация лучше, чем в среднем по России, год от года распространенность смертельно опасной болезни увеличивается. Только по результатам диспансеризации, которая была проведена в 2014 году, более 3000 человек было взято впервые на диспансерный учет с диагнозом онкопатологии. Медики напоминают, чем раньше врач выявит болезнь, тем больше шансов на выздоровление. Проверить свое здоровье и проконсультироваться со специалистом в республиканском онкологическом диспансере без направления можно будет 24-31 января, а также 4 и 7 февраля. В учреждении пройдут дни открытых дверей. При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Для удобства желательно предварительно записаться по телефону номера на сайте диспансера. Вот мы здесь сидим, мы все потенциальные пациенты. Неважно, заместитель министра, вот. Не дай бог, конечно, но мы должны быть готовы. И готовы мы должны быть в первую очередь сами, а готовы психологически не бояться ничего, не бояться прийти в онкодиспансер, а пройти обследование. Лучше все это как-то на первичном этапе убрать, нежели потом это все лечить и так далее. 4 февраля в Чувашии на базе республиканского онкологического диспансера впервые пройдет форум «Вместе мы сможем». Также в преддверии этого дня волонтеры выйдут в торгово-развлекательные центры, где проведут беседы с населением.